вот это ресторан. Я должен попробовать это чудо. Потанцуй. Я вот пока что край этой пирамиды не вижу, но уже становится стрёмно. Лес. Ребятки, ну судя по надписи, можно понять, что мы приехали в Тулум. Пойдем смотреть, что он из себя представляет. $109, $65, $49, $42, $84, вообще $85. Ну что, нам обещали красивый ресторан. Сейчас мы посмотрим, что за красивый ресторан. О, Басик, мы здесь остаемся, да? Каждому надо в руки. Ребят, подождите, нам дадут стол у нас всех. Пойдем. Здесь и на этой помнига. Да, ну это правило. Правило есть правило. Вот это ресторан. Вот это? Ну давай с краешку здесь сядем. Садись во главе стола, я не против. Welcome в наш ресторан. Оп, оп. Так, ребятушки, ну что, смотрим, что у нас тут есть. Так, что это, смотри, написано Хаювин. Не до хрю-хрю. Хаювин. Пожалуйста. Спасибо. Так, короче. Настен, а можно я с тобой рядом встану? Клади мне сразу тоже, а то я снимаю, хожу. Смотри, еще. Как я красиво поставил. Санек, стемини ставит очень красиво. Огурчики, капуста. Капусту ждете? Давай чуть-чуть капусты, все. Пойдем дальше. Надо капуста было, такая. Две тарелки взять. Мне кажется, надо просто будет еще сказать, ты будешь макароны? Я нет. Ну мне положи, давай, к ложку одну, я должен попробовать это чудо. Что-то мне кажется, это странно. Выглядит странно, да. Не-не-не, попробуйте у нас. Вот. Не понравилось. То есть это у вас в хардроке, да? Есть такое. Тебе булочку нужна? Булочку давай одну. Так, рисочек. Рисочек обязательно, как без риска. Так, это что? Спагетти я пропустил. Так, это что-то странное. Ну давай поливай рис. Бобы не надо. Фу, гадость какая. Заодно сняли меню. Макароны давай клади. Кто-то испачкал эту штуку. Да? Испачкала себе руку. Я да? Сейчас себе дам. Не-не-не. Твою же мать. Не-не-не. Но это не мы. Это кто-то сделал. Я, короче, вот эту курицу не буду, а рыбу буду. Я буду наоборот. А рыбки я возьму. Тут еще смотри, что есть. Настен, вот такая курица есть. Лучок, ой, сыр. Что это? Бананы? Смотри, что есть-то. Это можно посыпать. Оранж, это что у вас? Оранж, это апельсин. И это... Желешка, желатин. Желатин, а да, это очень прикольная тема. Желатин. Мексика, ты все здесь закупился уже, да? Слушай, я предлагаю, наверное, поставить. Надо еще маленькую тарелочку взять и просто прийти сюда. Так, короче, ребят, что касается еды, я вам заснял. Еда, ну скажем, давайте так, честно, на троечку. Да? На троечку? Да, на троечку. Обычно еда курица, рыба. Да, так что имейте в виду, как бы поесть голодными не останетесь, за добавкой можете сходить неограниченно. Вот, но еда так, тройка. Перемещаемся, куда там у нас дальше повезут, Коба, 1.5 часа переезда. А, это шоколад. Это как раз шоколад. Что, вы наелись? Да.
Это шоколад, вот он, это с спайси. Со спайси? С перчиком? How much? 20 песо? 100, 120 песо. А. Кофе, коши. $180. Надо перевести, кстати. А? Потанцуем. Давай-ка. Сейчас. Нас неправильно поймут. Да. А что, хочу где потанцевать? Музыка есть. Ребят, присоединяйтесь. Значит, от компании Sombrero Tour нашему автобусу была подарена бутылка текилы, которая будет сейчас уничтожена. Безжалостно. Что здесь у нас? Закусь. Лизнуть, выпить, куснуть. Текилочка. У меня уже зубы свой, да? Так, у вас что там налито? Налито. И насыпано? И насыпано. Что, как там сначала? Там, кто последний себе нальет, вы маякните, чтобы это все. Если останется, то по-здорову. Хорошо. Пара, вы с нами? Я всегда с вами. Ну что, у всех? Спасибо. Спасибо за текилу. Спасибо. Тамара и компания. Чтобы экскурсия прошла у нас у всех успешно. Ну давай. Это спасибо тоже нашей компании Sombrero Tour. Она о наших гостях очень беспокоится. Чтобы туры у нас проходили весело, интересно. И чтобы наши гости были довольны. Меня поснимаешь? Пока все нормально, да? А караоке у вас тут есть? Телевизор есть. Ну, ребята, от такого количества, пожалуй, вам только спать захочется, а не песни петь. Ну, у нас была певица, что я слышу, там грустно. Оп, зеленая стрелочка, пусти нас, пожалуйста. Все, мы внутри. Ребятки, ну что, мы приехали на самую высокую пирамиду Кобы, высота которой 45 метров. Сколько ступенек? 120? 42 метра, да? А ступенек? 125 ступенек. Вот это красота. Так что, сейчас полезем. Все, поехали. Опа! Нам нужен слон. Дайте нам слона. Дайте нам слона. Значит, ребят, история такая. Можно приехать на Кобу и взять велосипед в аренду, а можно взять в аренду себе велорикшу с водителем. Вот мы сидим. Наш нулевой? Такси. Нулевой. Ноль. Такси ноль. А можно взять вот такую вот велорикшу? Вот. И кататься. Молодого дали? Да. Привет, молодой. Молодого дали, тот говорит. Посмотрел на него. Он хотел сказать, чтобы я сел и крутил педали. Этот? Да? Да. Ой, я мокрый весь буду, чувствую сейчас. Ну что вы, братва лихая. Поехали кататься. Такси, блин, где написано? Такси 37. У нас такси 0. Где наш там? Мучача. Амиго. Пока-пока. Ах, вы же это ж какие. Ай, ладно. Спасибо.
Мы финалисты. А у нас аккуратненький. Давай к доставке 50. Сейчас ему накатим, сейчас поедет. Конец быстрее всех. Он прикольный вообще. Красиво идем по лесу. Да. How are you? I'm fine, thanks, and you? Так. Спасибо. Вот это лес. Здесь опята растут, говорят. Хорошие такие, да, опята. В одном метре потом люди подпрыгивают. Потом подпрыгивать будешь на 8 метров на стену. А, грибы, грибы, грибы. Шампиньоны. Так, ребятки, ну что, идем к пирамидам. Идем к самому страшному, что сегодня предстоит. И это только сегодня. 120 ступенек вверх на адской жаре. Я вот пока что края этой пирамиды не вижу, но уже становится стрёмно. Ребятки, ну что, нам предстоит самое страшное испытание на сегодня. Это подняться вот в эту гору. И реально стрёмно. Настён, подожди, пожалуйста, меня. Царик, что, покурим на дорожку? Какую покурим на дорожку, ты что? Ну что, поехали. Хочешь ко мне давай в карман? У меня карман глубокий. Поместится. О. Надо не торопиться только, а то ноги забьются. Конечно, пипец. Вроде бы не стрёмно. Но идешь реально на четвереньках. Она уже выветрилась. Наверху наливаю. Да, давайте не торопиться. Настён. Oh.
Настен, не торопись только. Фу. Это было очень быстро. Спускаться, ребятки, это будет пипец. Виды открываются. Жесть. Люди внизу просто маленькие. Где-то 3 минуты. Там лежит, сейчас возьмем. Ребятки, мы спустились. Короче, спускаться дольше, чем поднимаешься, потому что очень скользкие ступеньки. Одевайте хорошую обувь. И не забудьте наверху загадать желание. А так, конечно, очень крутые виды, очень крутые открываются. Ну, вы все сами видели. Перемещаемся дальше. Короче, поехали мы. Любимая, расскажи еще раз свои впечатления. А то ты так говорила. Что, очень жарко. Подниматься на самом деле нормально. И, ну, этот наклон чувствуется, что такой достаточно вертикальный. Вот. Но очень скользкие ступеньки. Поэтому тяжело подниматься. Они неровные и скользкие. То есть, если обувь скользит, то улететь оттуда элементарно. Вот. И спускаться по этой же причине очень сложно, потому что скользко, и вот эти все такие кривые ступеньки. Где-то они очень узкие, где-то большое там расстояние между ступеньками. Вот. Поэтому не очень просто спускаться. А так вид красивый, очень. Вот. Туристы, кроме русских, все остальные неадекватные. Вот. Без инстинкта самосохранения. Все? Да. Ну что, перемещаемся дальше в Тулум. Перемещаемся дальше в городочек Тулум. Футбольное поле. И, мы перемещаемся на футбольное поле. Да, пойдем. А потом идем, потом поедем в Тулум. Смотрим, пойдем играть в футбол мы. А здесь вообще бегать легко. Да, это футбольное поле, конечно, отличается от того, что мы видели.
здесь все-таки бегать можно. Ну вот так вот по стене, правильно? А это, по ходу дела, начало, да? Нет, там, смотри, в центре какая-то такая. Там капитан стоял, по-моему. Нет, тут уже любой в центре. Красота. Но это проще, да, бегать, наверное, по такому все-таки? Да, и 3 на 3. Прикольно. Ладно, поедем дальше в Тулум. Что ты там нашел? Смотри, роет землю. Ау. А этот-то? Нет, тот прикольнее. Этот неинтересно. Чихает еще. Облизает шкуру у него. А эти, смотри, хороши. Два колобочка. Хороши, да? Кто вы такие? Довольный. Бежит за ним. Мама, спа. Сэй, у них там драки. Ребятки, ну судя по надписи, можно понять, что мы приехали в Тулум. Пойдем смотреть, что он из себя представляет. Ребятки, так выглядел Тулум по представлению ученых. Посмотрим, как он выглядит в реальном времени. No draw zone. Так. Что, ой, прикладываем билетик? Ребят, для понимания, вот этот фундамент, это были дома. То есть остался один фундамент. Эти были дома, разделенные на комнаты. И здесь были гостиницы для приезжих в город Тулум. А сейчас здесь лежат только ящерицы. Ребята, в общем, нам рассказали, что это дом большого господина, то есть, можно сказать, вождя местной деревни. И отличался он тем, что он слишком большой по сравнению с гостевыми домами, домами просто обычных жителей. Так еще да, ко всему у него была своя баня. В общем, ничего не меняется. Ребятки, а это не дом, это храм бога Ицамна. Вот здесь вот справа, если можно рассмотреть. Создатель дня, а вон там вот слева такое же лицо нарисовано. Вот смотрите, лицо нарисовано. Там создатель ночи. И сюда в качестве возношения клали обезглавленные трупы. А вот там вот, я не знаю, попробую вам на видео приблизить наверху. Четкости даже добавлю этому. Там даже видно отпечатки рук, но говорят, что это кто-то прикольнулся, кто реставрацией занимался. Прикольно. Шутники. Так, о, тут вообще. Вот это ванизм стоит. Погодочка. Немножко, мне кажется, штормит. Любимые снимки делает.
Кайфухи? Вообще. Птеродактили летают. Погодка просто вообще. Смотрите, короче, этот пляж, он должен быть красивый. Но здесь очень много водорослей, и он не очень красивый сейчас, потому что его никто не убирает. И стало, говорит, последние 3 года очень много сюда приносить. Селфи сейчас сделаем. В общем, я выключаю здесь камеру. Я думаю, что здесь больше показывать нечего. Я думаю, что слышно. Так, ребят, ну что, на этих замечательных кадрах, которые для вас засняли, мы покидаем Тулум. Мы не знаем, конец ли этой экскурсии или нет, потому что нам обещали что? Дегустацию. Дегустацию ликера и текилки. Поэтому, если дегустация будет, то экскурсия продолжится, и мы вам ее покажем. Так что сейчас посмотрим, будет видео продолжаться или нет. А если вдруг не будет продолжаться, то вы обязаны просто по-любому поставить кучу лайков, нажать колокольчик, написать кучу комментариев. Потому что, блин, мы охреневаем целый день для вас, стараемся, снимаем это все, чтобы вы увидели. Ну, конечно, конечно, нам это нравится. Так что, повторюсь, надо нажать. Где здесь? Вот здесь вот? Или вот тут? Короче, где-то в краю экрана надо нажать колокольчик, написать комментарий и кайфануть. Ребят, съемка скрытой камерой происходит. Они наглые и дорого берут. Так, и куда нам идти? Вот сюда. Торговый центр. Куда? О, Настен, каралки. Это... Слышишь? 22 этих. Надо купить будет. Нет? 22 за 2. 22 доллара. Так, ребят, что у нас здесь продается? Значит, Тулум, Мексико. Не знаю. Нигде ценников нет. Вот. 13 американских долларов, 243. Вот такая маечка. 243 песо. Так, в чё на глаза попадается, ребят? Соусы 37.50. 2 доллара. Острые эти специи местные 8 долларов. 150 песо. Где у меня жена? Подарочные наборы. 6 долларов. 112,5 песо. Соусы. Прикольная штучка. $6. Какой-то ванильный экстракт. $12. Ребята все пошли в текилу, а я отстаю. Так, подарочные наборы. Мини-текилка плюс стаканчик. Тулум, надпись. Одна $8, две $12. Надо на самом деле все это зафоткать и запомнить, потому что сегодня покупали текила,
Одна штучка подарочная 4 текилы, $18. Две 27.50. Текила подарочная, опять же, $12. 225 песо. Вот такая, две стопочки. Тут, конечно, глаза разбегаются. Блин, мне вот эти нравятся вообще очень сильно. $35, 556 песо. Посмотрите, какая репосада. Выглядит просто, конечно, супер. Вот это я понимаю. Наборчики, ликеры. С манго, с кофе, с кокосом и с клубникой. $39. Вообще огонь. $43 стоит кава. Гава де Ора, не знаю, тоже выглядит круто. $19 стоит наборчик из 5 текил. Раз, два, три, четыре, пять. А, из 6 текил. В общем, огонь. Короче, что-то у меня камера садится. Не знаю, что успею еще заснять. Пойду засниму дегустацию. $109, $65. $49, $42, $84, вообще $85. Идите сначала попробуйте. Попробуйте, я снимаю для себя. Попробуйте. Да, хорошо. Что там наливают? А теперь наливают ликеры. Ликерные девочки, даже есть, смотрите, акция. Две бутылки $29, или одна 18. А здесь хорошие цены в этом магазине считаются? Или... Считаются, что хорошие. Или на рынке лучше? На рынке? Ну, на каком-нибудь рынке, нет? Нет, на рынке. На рынке такого. Текилы тем более. Текилы. А в Канкуне лучше цены, чем здесь? На текилу. На текилу в Канкуне можно купить. Но самое большое, что есть купить, это Армехо Экстра Лужелец. И это обычная... А что нужно, какой брать-то здесь текилу? Обычная бутылочка. А это сувенирная, видите, с металлической наклейкой, красивая цветная бутылка.